между нами останется, может быть, и вряд ли кто-то сможет из нас собрать эту историю. Эту историю. А кому белые небеса? Почему не у всех твои глаза? Напоминают мне дым над рекой. Я всегда с тобой, я всегда с тобой. А кому белые небеса? Почему не у всех? А кому белые небеса? Почему не у всех твои глаза? Проехали. Опять красный свет. Селёдочница 250. Такая вот стекло. Сразу как заходишь. Этот. Ну, вход как сразу. Рядом с подарками. Что это, блевать? Ведро для шампанского, но можно и для Оливье. Для Захара. В ленту приехали. Ну, наборчик Ксюшин. С платком. Ла-ла-ла-ла-ла. Набрали подарков. Джингл бен, джингл бен, джингл all the way. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну давай, скажи, где я с акцентом сделала. Везде? Да? О, ля, бомбочку взрывают. Вот дураки. Это не те, которые у меня карту просили. Я им давала сейчас. Да, это они. Вот, блядь, вот с детства же. Они, да? Да, да. Девушка, а можно карту вашу воспользоваться? И, кстати, днем якобы темно может быть, так чтобы не боялись. Электроэнергия, свет могут выключать. Красиво так вообще. Привет. Вещаю вам с тачки на прокачке. Да, приехали домой. Этот муж повнес там, ну, пакеты. Ну, как бы я в ленту ездила, чтобы ну, что-то вот из подарков как бы купить. Мне тут залом не нравится. Вот. Бабки оставили там. А что там не гаснет? Я же вроде закрывала машину, двери. Ну и, соответственно, а вот погасло. Я разболела сегодня уже в край просто. У меня просто, блин, уже трещит. Звуки издает небо. Башка раскалывается. Я зашла в аптеке, купила какой-то там антибиотик. Ну, имеется антибиотик стандартный, но просто от дешевой фирмы, ну, российской нашей, не какие-то там амоксиклавы известные, да, побюджетней. Подарков набрали, блядь.
себе даже это лекарство. Захарки тоже набрали на 2000. Я его к педиатру сводила. 2 вида ингаляции мы выписали. Но воспитательница, я написала, она сказала, что попросила ее, можно на утренник ребенка привести. Она разрешила. Слава Богу, потому что я очень переживала. Хочу, чтобы у нее была общая фотография с детками. Просто на утренник приведу и заберу. И все. Вот. Просто у меня лицо все. Ну, вы все это знаете. Осложнение. И, наверное, пришло время попить антибиотик. Каждый месяц. Ребенок пошел в садик. А такое ощущение, как будто в садик пошла я. Оно мне надо вот болеть. Нахрен. Покажем, что купили. Так, магазин Лента мы ездили. Дедушке лет. Пена для бритья. Так, стирается. В общем, я уже постирала скатерть. Для праздников мне я покупала. Беленькая такая, симпатичная. Она не отстирывается, вся в пятнах. И на Захаркином дне рождения, естественно, Захар залил вообще. Чай просто вот так вылил. В общем, она посередине вообще вся желтая. Постирала, не отстиралась, естественно. Значит, залила фикс-прайсовский якобы хорошо удаляющий пятна. Я в прошлом влоге показывала, смотрите. Те влоги посмотрите. Дальше сода, перекись и лимонная кислота, и горячая вода. Это то, что у меня было. У меня просто нету от Faberlic. У меня все закончилось, и поэтому ничего я не нашла. Да. Все замочила. Сейчас стирка стирается, потом будет следующее, и я уже закину. Ну, вот это не надо вот на пол кидать, потом пылесос застревает. Уберет, не уберет, что там до полы помыть. Что там? Ничего там нет. Чипсы увидел. Так, хочу посмотреть такую штуку. Сейчас открою, я частенько загладываю. Она называется Time Factor при ПМС Эстравил. Для этих Time Factor. Хочу посмотреть состав. Небось опять одни витамины. Зачем ты дверь открыл, кошка? Девочки, пока Захар спал, сбегала в перекресток. Так. Салфетки взяла. Макарошки. Далее опять две елочные игрушки. Ой, не знаю, как они спонсируют. Дисней, холодное сердце, праздник с любимыми героями. Ерунда, Захар их ломает. Бенгальские свечки еще одни взяла, так как на день рождения одни использовали. Бумажные полотенца взяла на мою палочку. Где она там стоит, уже 100 лет ей не пользовалась. Вот эти. Дальше чай. Зеленый чай мне надо было. Я вот видела вот этот пак, Curtis, молочный алонг. Ну, взяла попробовать. Ну, вот, Брюса корм. Печенье. Я иногда чай попить. Ну, Захар их очень любит. Вот эти вот такие. Они называются печенье с ароматом клубники. Дальше 3 болгарских перца. Захарке тоже даю. Вот просто кушать свежий. И подарок. Мне нужно было докупить подарок племяннице мужа. Его же крестнице. Я вот выбрала вот такой набор Botanic Secret. Пион, вот такой вот красивая баночка. Лично я, знаете, как бы люблю это, когда красивая упаковка.
подарочный набор «Пион». Гель для душа, пена для ванн, ароматизированная соль для принятия ванн, соль морская для ванн и ароматерапия. Не надо мне затяжки оставлять на одежды. Ну, угомонись, угомонись, товарищ. Все, такая вот на Новый год. Потому что у нее еще день рождения 2 января. Все. Бежала, как курица. Захарке подарок еще искала от Деда Мороза. Это я сейчас включила. Я вышла, отключила, суп варю. Сейчас пришла, включила. В перекрестке нет выбора. Хочу побольше. Ну, все равно же, может быть, мы тоже возьмем чай и попьем. Получается, нет. А в ленте я вчера не купила. Вчера мы в ленту ездили. Я не купила. Угу. Вообще, вот я смотрю здесь, не знаю. Здесь уже нету постельного белья вот этого. Захарка спит на наших подушках. Не хочет спать на своей детской такой. Ну, она такая, ну, сама раз для него. И, не знаю, пойти, что ли, забрать лотос и бамбук. Лотос и бамбук нужно 540, либо 660, если большая. Сейчас чай попробую заварю. Надо тебе канал свой создать, Брюс. Все кошек показывают. Говорят, что я мало тебя снимаю. Сынок. Отвела Захарку на утренник, девочки. Сама поехала за пиявками. Зашла в перекресток за колбасой. Захару и Манельку взяла вот такую. Не знаю, выбирала. Там какие-то вкусы странные. Мороженое, пирожное. Помидорчики тоже взяла, так как Захар хорошо их кушает. Маленькие, удобно. Так, колбаска кремлевская с грудинкой. Что, Брюс? Облепихи две. Не облепихи, а голубика. Обожаю ее. Две штуки. Слази, слази, слази. Дальше и сосиски вот. Владимирский стандарт. Тоже вот. Сосиски баварские. Ну, это на эту акцию было, на эту акцию. Наверное, компания решила акции, что ли, провести. А может быть, это новая вообще продукция. Да, такое же бывает. Убираться надо. Не знаю, херней маюсь, все равно ничего не помогает. Только мучаю себя. И деньги тратятся. Еще чай попью. 10 час. Так как мы болели и болеем. Ну вот у него трахеобронхит ему поставили. Ингаляция у него. С биродуалом все вот как надо вот эти. С гормонами. И как бы, соответственно, мы не можем. Я его только вот попросила на утренник сводить. И все. Чтобы Дед Мороза увидел туда-сюда. Подушки надо убирать в диван. День рождения уже закончились. И как бы, вот видите, куча лекарств стоит здесь. Что тут за пакеты, я не пойму. Что бы я как бы я ни убирала, всегда все накладывается. Накладывается, накладывается, девочки. Поэтому, да, уже можно не убирать. Ну, вот поэтому мне нужно Захара будет сейчас утренник закончиться и пойти его забрать. Наверное, конфеты Дед Мороз ему даст. Захар, где подарок твой? Дед Мороз давал? Вот
посмотрим, что тебе Дед Мороз принес. Вот такой вот подарочек. Как его открывать? Вот. Ух ты! Усыпаем. О! Новый год настает, настает. А пыся? Фрукт, фрукт, фрукт. Мама, кажется, знает, с чем будет чай сегодня пить. Вот эти классные пастила. Я помню. Бонфетти. Вот какая штучка тут попалась. Сосать только ее надо. Step by step. Нормально, пойдет. Нормальные шоколадки, пойдет. Тут вот конкурс, подарочный набор кондитерских изделий. 500 грамм здесь, полкило прям, да вы что? У меня, блин, в телефоне памяти нет, пришлось прерваться. В общем, я говорила, что это набор нашему папе, дедушке Захара. Крем для бритья и... Как он? Станок, да, называется, Антон? А-а-а. Пена для бритья и бритва безопасная со сменой кассеты и джилета. Вот. Это, значит, бабушке... Бабушке, в общем, маме мужа. Лаваза. Что это лаваза? А как правильно? Молодцо. Подарок. Кофе. Здесь две пачки кофе по 250 грамм. Слышишь? Ага. И кружка. Интересно, открыть можно. Посмотреть. Вот такая кружечка и два кофе. Мне так интересно, у мужа это кофе лежало-лежало, он не пользовался, что мы его выкинули, оно пропало. Ничего оно не пропало, я его подарил. Кому? Бухгалтеру. Какому бухгалтеру еще? Такой пакетик с Новым годом. Пакет порвали. Ну что, ты завяжешь эти штучки? Захар нашел чипсы. Дай хоть мама засними чипсы, сынок, на камеру. Вот такие чипсы купили, там мы себе подарок сделали. И вторые. Вот такие. На. Забирай вторые тоже. Так, мама себе купила такую масочку от чистой линии, вулканическая тканевая маска. С эффектом охлаждения. Хотя мне лучше с охлаждением не делать. Раздражает нервный рефлекс. Такая вот. Следующая. Вот такая томатная. Нинель. Мне, кстати, очень нравится имя Нинель. Нель и Нинель. Так. Икра на Новый год на бутерброды. Это сестрички на Новый год. Вот такой набор от Виленты. 7 масок. Одна на каждый день. В общем, 7 раз в неделю. Ну, тут они вот расписаны. Тканевые масочки. 7 days. Это Ксюша. Нет, мы сейчас не будем есть. Взяли попробовать на Новый год вот такое шампанское. Гляньте, оно же сюда вот лежало на боку. В общем, отраву какую-то взяли. Но это я мужу надоумила. Да, Антон? Ну, я вижу, молодые фотографируются. Я тоже решила взять, попробовать. Ага, химия. Просто я в интернете видела вот такую фигню. В ванну тоже добавляют и купаются. И айфагос какой-то. Так, ну давай мне пакет. Вон тот пакетик. Вот. И вот эти конфеты тоже положим ей. Каркунов. Вот это будет ее. Вот такой красивым. Красивой упаковочке. Ксюше тоже надо. Это отдельно я потом докуплю. Это наша.
Не знаю, тоже на подарок такая селёдница. Селёдочница. Ну, если никому не пойдем, то останется это нам. Хотя, честно, мы любим просто в тарелочку добавлять маслица и лучок. Это как бы для гостей в основном. Мама у меня вот привыкла, потому что, ну, люди привыкли, да. Раньше было модно, как это так, без селёдочницы. Взяла, посмотрим. Надо у нее узнать, купила она или не купила. Если нет, так нам останется или кому-то тоже подарим. Следующее. Пепси на Новый год. Это нам. Это ты себе взял? Тоже на Новый год. Угу. К чипсам. На сегодня. Так, еще родителям, ну, если папе вот этот набор я взяла, то, ну, пусть будет якобы маме, но это им же все равно, одну семью. Ну, вот такой луминарк, домино называется здесь. Черные тарелочки и белые. Ну, в ленте выбора больше не было. 18 тарелок, 6 таких длинных, 6 мелких, 6 глубоких. Глубокие это черненькие. Выбора не было. То есть это вот тогда им. Вот это под вопросом. Да? Муж зажал тостер. Не отдал, блин, пипец. Вот. Сам не готовишь с него ничего. Лучше бы тостер отнесли, чем... Не могу. Куда дальше идем? Мы еще Захару вот этот взяли. Как их зовут? Молоко! Отвали. Здесь лекарства сейчас будем ингаляции делать. Куча различных лекарств. Вот. Вот и все. Это все, что мы купили, Антон? Пипец. Спасибо.
Наступающего Нового года. А вы, ребята, домой пойдете, внученька, не забудьте заглянуть. Обязательно.